В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне телерадиокомпания «Терра» объявляет волонтерскую акцию «Помоги ветерану». В Самарской области живут несколько тысяч ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, малолетних узников концлагерей и других граждан, перенесших тяготы войны. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше. И тем более важно то внимание, которое мы можем им оказать. Нисколько не умаляя роль социальных работников, стоит сказать, что помочь всем ветеранам и в полном объеме они не в состоянии. Просто потому, что невозможно находиться рядом с ними круглые сутки. Кроме того, к сожалению, встречаются случаи, когда об их проблемах соответствующие службы не знают. Не всегда для того, чтобы помочь такому человеку, нужны серьезные затраты. Порой достаточно отвезти его в больницу, привезти продукты, даже просто пообщаться. Наша телекомпания не благотворительная организация, но мы давно работаем с различными фондами помощи и прекрасно знаем, как важно вовремя рассказать людям о проблеме, чтобы привлечь к ней внимание. Поэтому, если ваш родственник, знакомый или просто сосед, ветеран, нуждается в такой помощи, напишите о его проблеме нам. На специальной странице нашего сайта подробно опишите ситуацию, оставьте ваши контактные данные, и мы с вами свяжемся. А затем расскажем об этом максимально широкой аудитории.